Анонс 10 серии турецкого сериала «Эго, как мы помним, с предыдущих серий». Элиф со слезами на глазах стала просить Архана, чтобы он сказал, что любит ее, а не другую женщину. Она просит сказать, что он не любит Сибель, Архан не может так обманывать Элиф, и признался ей в этом. Сибель сказала Элиф, что Архан любит не ее, а ребенка, которого она носит под своим сердцем. Элиф сказала Сибель, что она отвратительная женщина, Элиф ее ненавидит. Сибель на глазах у Эрхана преподнес шикарное ожерелье другой мужчине, и ему это очень не понравилось. Сибель была поражена поступком Эрхана и пытается понять, зачем он это сделал. Эрхан ответил, что любит Сибель, и как она до сих пор этого не поняла. Продолжение вы сможете увидеть в 10 серии, которая выйдет на русском языке 23 апреля. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.